Всем привет, с вами Бенди Гейм. Сегодня мы продолжим играть в Бенди and the Ink Machine. Я опять сказал на английском. Ладно. Бенди чернильная машина. Главу третью. Chapter 3. Да. И я решил перепорти сначала. И, кстати, я заметил, вначале, когда я дал ему суп, что Борис не пожрал мой суп, когда я его приготовил сам. Первый раз готовлю суп. А он его не скушал. Наверное, не понравился. Ладно, мы продолжим. Вот здесь должно быть что-то. Помните, я забагал там монстра? Теперь мы посмотрим, что там будет. Наверное, будет скример монстра. Но мы и пошли. Главное не ударить. Вы напугал меня. На. Я умею в драке. Я в ниндзя. Айс. Я его убил. Вот оказывается, что было здесь, должно быть. Я его убил. Тебе нажмется? Да, нажмется. Идем. Борис, ты нажал? Да, он нажал, когда я нажал. Ну что, видишь все? Так что это? О, лифт! Отлично. Ой, этаж К. Уровень К. Уровень К. Наверное, крутой уровень. О, как раз лифт подъехал. Можно там? Бориска, давай иди. Давай. Могу рулить лифтом? Нет, я не могу рулить лифтом. Блин, печально. Еще ты не пожрал суп. Тебе лифт не могу использовать. Борис, что за плохой день? Ты не пожрал суп. Я не могу рулить лифтом. С красной скример я получил. И вот что это такое за день? So что это было? Я не нажал. Это Алиса вот там. Еще и чокнутая Алиса на меня выпрыгнула из окна. О, блин, какой плохой день был здесь суженая. Маленькая, большая, маленькая. Блин, шморгаюсь. Потом шморгаюсь. Level 9. Этаж 9. О, был этаж П. Level П. Блин, слишком много шпагов. Нужно не смогаться. Но уже делаю запись, так что нет времени куда-то пойти, что-то сделать. Лиса Ангел опять мне говорит. Сейчас. Томас Коннор. Томас Коннор что говорит мне. Пробубнил что-то там. А я пошел, я вообще в дебане. Алиса, ты чё? О, Борис. Джон Сидов. О, а если так сделать? Блин, не получилось. Давай. Я тебя останавливаю, не доходи до туда. Блин, Борис. Ну ладно, о, куда ты побежал? Я за тобой. Борис, что такое? Ты от меня чего убегаешь? Ого! Это живоклоны! Его, наверное, Алиса разобрала. Клона Бориса. Мертвого. Клона Бориса. Чё это такое? Наверное, Алиса не любит Бориса. Так, идем. Алиса, ангел, снова что-то пробуднело. Открывается. Тумбочка не открывается. На диван можно прыгнуть? На диван нельзя прыгнуть. Прикольно. Так, картонка Алисы. Идем. О, Алиса, два Алиса.
О, здесь монстр. Монстр. Что говоришь? Какова технология? Можно мне выйти? Мне не по себе. Не хочет открывать. А что ты говоришь? Что-то напрягает мне, это Алиса. Я хочу выйти, открой мне дверь. У вас же есть кнопочка открыть дверь? Открой мне. Да блин, не нарывайся, это мне не нравится, ты меня обижаешь. Открывай двери. А ну открывай двери. О, супчик, хоть интересно, что это есть. Можно я червёшь взять? Монстр, спаси меня, убей Алису. А ты прикованный как Борис. Походу тебе не повезло, тебе тоже будут вытаскивать кишки, как и Борису. Можно вентиляцию? Зато я стану Бонни. Давай вентиляцию пускай меня. Открывай вентиляцию. Ты хочешь пошариться? Бубни быстрее, неинтересно. Супчика есть еще интересно? Да, это тушу. Не тушится. Алиса, где еще суп? У тебя есть суп? Давай, давай. Наконец-то? Да! Открывай быстрее! Ой, что там за монстр? Алиса, не трогай монстра, он не мой друг! А, нет, все равно, он все равно некрасивый. Вот так, на. Алиса, я синяк набил. Я Алисе два синяка набил. Последний еще. Нужно определиться. Все, я синяка и Алисе набил. Все. Я попаду. Чего оно не бьется? Ладно, трупаки нельзя бить. Можно прыгнуть? Нет, нельзя прыгнуть. Здесь их куча. Трупаков, значит, нельзя бить. А живых можно бить. Что это такой поганый мир, Бенди? Трупаков нельзя бить. Добрых можно бить. Добрых и живых можно бить. Это как убивать. Я убийца знаю. А чё ты закрыл? Не закрывай. Блин. Чё ты хочешь? О, новое оружие. Идём. О, там что? Там затоплено. Чернилами. Так, идём. Вот так, We all know and respect down here. О, можно открывать? Я теперь могу ехать на любой этаж. Сейчас. Level K. Чё нам? О, нам нужно это собрать. Надеюсь, там Бенди не будет. Надеюсь, Бенди не будет за мной гнаться. Ну что, должно быть Бенди, но его здесь нет. Наверное, Бенди не будет. Блин, Бенди, ты чернильный демон. Ой, блин, я только заговорила Бенди, сразу Бенди добавили сюда. Ой, будет страшно ходить здесь с Бенди. О, опять этот чувак. Привет. У тебя эта штука? Да, и возьми. Она мне нужна. Что делать? О, что это? Здесь. А, здесь должны быть эти штуки. Уже сразу видно. Да, да. Я с одного удара их убиваю. О, есть. Нету. Где эти штуки? Здесь должны эти штуки быть. Главное, чтобы Бенди не появился. А то Бенди будет страшно. Видели потекшего Бенди там? О, наконец-то. Свали, а то Бенди появится. Валю М, а то Бенди появится. Идем. Опять на левел дайд. Давай, идем. Блин, это начало я пошел. Я пошел до начала. А, вот сюда. Быстрее, Бенди появится.
понял, нужно в шкафчике прятаться от Бенди. О, Бенди. Какая-то чокнутая Алиса. Какой прекрасный тогда день. Давай быстрее, Бенди появится. Быстрее, Бенди сейчас появится. Быстрее, лифтик. Ну-ка. Спасите, Бенди сейчас появится. Это ж 9. Фух, успел. На. Подожди, чё ты не истекаешь чернилами? Ты же истекал. А, вот истекаешь. О, сейчас сломаю себе ногу. Блин, так нельзя. Возле в чернилах покупаться нельзя. Что делать? Вот сюда? Да. Блин, опять. Закрыли Раз. Что это такое я делаю? Ого, какая сплющика. Это черная дыра. Это черная дыра. Они исчезают. Так, что? Нам нужно собрать чернила. Да, нужно собрать чернила. Ой, если туда спрятаться, что это за скафчик? Блин, нельзя. Чернила. Здесь может появиться Бенди с чернила. Какой этаж? Level 11. 11 этаж. Этаж 11. Вот у нас 11. Наверх едем. Едем наверх. О, блин. Едем наверх, наверх, наверх. Так. Мой, блин, страшная музыка сыграла. Ой, он из чернил вылез. Блин, он сейчас меня убьет. Я его сейчас убью. Вот это надо собирать. Нужно тихо. Блин, он убежал. Не уезжай, пожалуйста, Борис. Мне страшно. Мне страшно. Бенди может появиться. Любой суд. Любой момент может появиться. Эй! Блин. Там еще шестачок. Блин, чё он от меня так быстро ускакал? Я боюсь, что Бенди появится. А то Бенди так страшно, да, может появиться. Я... Интересно, как появляется Бенди? Наконец-то приехал лифт. Чё, вот здесь? Нет. Где тогда появился этот монстрик? А вот здесь? Да блин! Я думаю, не должен так быть. Эй! Блин! Сложно! 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 Сложность! Номер 526. Что-то странное я сказал. О, наконец-то! Сейчас Бенди, кажется, появится. На 9 этаж. Наконец-то! Дело сделано. Алиса, ты долго будешь так задание делать? Мне давать. Долго будешь так задание давать? Наконец-то! Идем. О, наконец-то.
я сделал. Я сделал только два задания. Наверное, на третье точно Бенди будет. Какое оружие ты даешь? Я что, еще оружие мое не сдал? Так. Please don't make me regret sparing you. I can always change my mind. А чё здесь не остается рано? Туда. Вот это. Здесь, наверное, будет Бенди по-любому. Потому что уже много испытаний почти. Два испытания только прошел. Наверное, это третье будет Бенди. Этаж П. Очевидно, кажется, будет Бенди. Бенди будет. Точно я говорю, Бенди. Идем, идем, идем. То есть не идем, а едем на лифте. Вот это этаж П. И что мне надо делать? Вот здесь шкафчик. Наверное, не специально делали шкафчик, а Бенди, наверное. Ой, а первую собрали. Они медленно убивают монстров как-то. Главное, чтобы Бенди не появился. О. Какие сложные примеры. Чё это? Бенди, что ли? Это ж Бенди! Бенди появился! Появился Бенди! Не страшно! Не страшно, Бенди появляется, но он появился. Бенди появился. Сейчас он придет ко мне. Вот он! Вот он! Бенди ходит. Сейчас подойдет близко. Ой, все изговнилось с чернилами. О, это Бенди. Он впереди прямо. Куда ты сейчас уйдешь? Да, он ушел. Он исчез? А, он в чернила, я видел. Он ушел в стенку. Как-то нелогично. Очень быстро Бенди появился. И он не страшно появился. Ой, чернильный монстр, как ты мне надоел. Ты мне не нравишься. Ну, надо туда, что ли? Блин, как это скучно и долго. Наверное, на следующих испытаниях он еще будет больше появляться. Это испытание для первого класса. Для первого класса задачка. Очень легкая задачка для первого класса. Ты такие задачки делаешь. Так, когда появляются эти кучи чернил, тогда значит Бенди идет. Ух, кто это? А, монстр. Это легко делать. Да, задача для первого класса. Крутим. Да, это отвертки, и оно открывается. Все, бежим, а то может второй раз. Вдруг появится второй раз. И нам не повезло. Если он появится второй раз. А то мне не нравится как-то уже Бенди. Ну, нравится сильно Бенди, но мне не нравится его появление. Оно очень легкое. И как-то страшновато. Ну, какое-то легкое. Разработчики, сделайте, когда выйдет пятая часть, обновите так, чтобы было сложно, когда он появлялся. А то это легкотня. Давай, открывайся. Короче, разработчики, если смотрите, сделай посложнее появление. 9. Идем. Едем на лифте. Борис, я тебя вантусом сейчас ударю. На. Блин, мне казалось, Бенди пришел опять. А вдруг он сюда придет? Идем. Идем. Вот сюда. Блин, опять это тупое оружие.
Давай, мне надоело тебя слушать. Ты самый не лучший персонаж. О, господи, счета получились, чем было. О, мне нужно сломать 15 картонок Бенди. Будет сложно, наверное, Бенди точно придет и убьет меня. 15 картонок. Это очень сложно. Какой этаж? Этаж К, с которого мы начинали. Едем наверх. И едем наверх. Это лифт ада. Давай. Первая картонка Бенди. Эй! Первая... А, теперь стало 14. Логично. Мне нужно сломать 15 картонок. Наверное, это все картонки. Она так ненавидит Бенди, что хочет, чтобы мы сломали все картонки. Ого, с одного удара увалил. А ну иди. Я всех с одного удара валю. Наверное, Бенди тоже могу увалить с одного удара. Вот, джекпот. А нет, не такой уж и джекпот. Надеюсь, будет здесь джекпот. Сложное достаточно задание. Сколько осталось? 11. Да блин, сколько здесь вас? Так, идем. Надеюсь, Бенди не появится. Надеюсь, не появится Бенди. А то бывают такие случаи, что Бенди появляется резко. Ой, я стал быстро ходить. Чернила. Так же, как я и хожу здесь. Наверное, я уже превращаюсь в Бенди. Здесь точно картонка Бенди. Чё? Как? Как? Ладно, потом. А, вспомню, когда я проходил, я глупус. Я когда оттуда ушел, я. Ой, там Бенди появился. Кстати. Я там переключу вот это открылось, и я решил так. Еще раз переключил, перебежал сюда скорее, и оно здесь закрылось. О-о-о. А там Бенди. Ладно, я потом переиграю. И с вами был Бенди Геймс, дети, третью часть прохождения третьей главы Бенди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик. Скорее молотком бейте по колокольчику. Ну, еще дрелью по подписке. Ну, ладно. И с вами был Бенди Геймс. Всем пока!